Привет, дружище, ты на канале «Нормально так». Давно хотел сделать обзор на индийского Рэмбо. Кто-то из подписчиков моего канала посоветовал фильм «Сокровища Монте-Кристо», и здесь я и нашел нашего красавца. Но это не совсем Рэмбо. Это прежде всего граф Монте-Кристо. Можете быть спокойны, ваши ожидания я не обманул. В какой-то момент главный герой таки становится Рэмбо и мочит своих врагов. Просто индийцы любят смешивать разные истории и жанры в одну кучу. Итак, граф Монте-Кристо, он же Рэмбо, он же молодой моряк Протап, ходит по морям и тоскует по своей любимой. За ней и он бегает так быстро, что гоняет даже коня. Кун Джапан воплощает здесь Кадруса и Данглара в одном лице из романа Дюма «Граф Монте-Кристо». Из всех экранизаций советскому зрителю пришелся по вкусу фильм с Жаном Маре 1954 года. Так вот, Кун Джапан завидует Протапу и со своим подельником травит капитана, чтобы занять его место. Правда, он слишком туп, чтобы скрывать свои эмоции. Не лицо, а открытая книга. Господин Протап, капитана отравили. Очень большая доза. Затем он и его друг подсматривают за двумя шептунами через иллюминаторы. Так впервые появляется тайное общество иллюминатов. Просто мне интересно, как эти двое не заметили две головы, смотрящие на них в упор. Кун Джапан орет на всю палубу, что прикончит Протапа, за что получает удар в спину. Я убью Протапа. Он бы еще в мегафон кричал, что Протап получше его услышал. Индийский Дантес начинает избивать живот второго сообщника. У Гунга Рама какое-то особенное брюхо, издающее звуки насоса. Сэр, это же я. Чуть своего друга не убил, но и комики. Джейран, кузен Сароджи, кроме того, что влюблен в нее, не хочет ее свадьбы с Протапом, умеет говорить, не открывая рта. Это не так. Я не допущу этой свадьбы. У Протапа и Сароджи тем временем начинаются брачные танцы, с обеих сторон мимо летят барабаны. Жених с невестой активно худеет перед свадьбой, занимаясь утренней гимнастикой. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках. Раз, два, три, четыре. Проходит день, наступает вечер. Следующее утро они все еще танцуют. Мимо идут дни, недели, месяцы, что уже яблоки созрели и падают с деревьев. Больше танцев индийцы любят только песни, желательно с танцами. Тем временем заговорщики пишут донос на Протапа и его прямо со свадьбы забирают на допрос прокурору. В оригинале был Вильфор. Кто смотрел экранизацию романа 54 года, знает. У Протапа письмо от покойного капитана Крамаёхи. А Крамаёха — мятежники, враг режима. К прокурору приходит с отцом. Здесь все по канону. Для кого оно? Для Крамаёхи. Бенарджи слышит имя отца, чего чуть не падает оператор, словно он тоже сын Крамаёхи. Давай, оператор, выравнивайся уже, и пусть прокурор таинственно посмотрит вдаль. Бенарджи сжигает письмо ради своей безопасности, а Протап отправляет в камеру. Джейран шантажом подбивает прокурора упечь Протапа за решетку уже навсегда. А сам намерен жениться на Сароджи. По пути в казенный дом Протап пытается убежать, но у солдат для таких случаев всегда есть лассо. Ведь они выросли в ковбойских ранчо с большими бочками. Попав в камеру, Протап пытается объяснить вертухаю, что здесь он по недоразумению, но того забавляет слово «письмо». Эй, я напишу письмо. Вы передадите? Я пошлю письмо через Почту России. Это самая быстрая почта в мире. Начальник сказал, когда меня выпустят? Да, сказал. Когда? После твоей смерти. Юмор у вертухаев, конечно, чернее Сникерса. В тоскливой камере Протап вспоминает свои совместные клипы с Сароджи. Их он наснимал с запасом, что сидеть будет не скучно. Джейран, конечно, лютый тип. Посадил Протапа, убил его отца и хочет еще на его девушке жениться. Сароджи тоже лютая, тренируется на кресле-качалке, будто в космонавты готовится. Джейран сообщает ей, что Протапа нет в живых. Никогда не стоит поворачиваться к девушке спиной, а то она может раствориться в воздухе. Тем временем в камеру Протапа делает подкоп некто Махендра, в романе им был аббат Фария. Вот и встретились Саруман и Гэндальф, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, музыканты группы ZZ Top.
Махендры с Паратапом общий враг. Его тоже когда-то посадил Джейран. Пока сидел Махендра, выросла его дочка, мастер метания ножей. Но у Джейрана способность регенерации. Ему только что воткнули нож в предплечье, а раны даже и не видно, и костюм не испорчен. Если вы читали роман, то знаете, что Бат Фария раскрывает Дантесу секрет острова Монте-Кристо, где спрятаны сокровища. А после его смерти Дантес вместо Фарии зашивается в мешке и его бросает в море, где беглеца подбирают контрабандисты. То же самое мы видим и в этом фильме. Попав на остров, Протап встречает в пещере птиц, стреляющие лазерами. Ладно, не стреляют они лазерами, но похожие звуки издают. В сундуке Протап находит те самые сокровища. Теперь он... Я Рана Протап Кумар Варма. Столько пафоса даже у Дантеса не было. Нет, это даже не граф Монте-Кристо, это граф Дракула. Ему еще клыки нарисовать. Вылитый, Володька Тринкин, вылитый. И вот бегу я на коне и вижу, как молодой я Сароджу на лопатки кладет. И вот я танцую, а вы злитесь, что слишком много танцев и песней. Идите вы лесом. Я все равно буду танцевать здесь, Протап немного похож на кота из «Ну погоди». Фантазии Протапа прерывает крик малыша, которого угоняет лошадь, но Махараджи спасает сына Джейрана. Солдаты приходят в полный восторг. А после спасения встречается с его отцом. Сароджи сразу узнают Протапа, а тут несколько стоп-кадров. А теперь горит огонь, бьют молнии, волны накатывают на скалы. Это называется гениальный индийский монтаж. Другими словами, ребята приняли крепкий чай Ахмат, и им все это кажется. Но когда Сароджи смотрит на своего мужа, а видит змею, здесь уже чай ни при чем. Здесь что-то более крепкое. В общем, все понятно. Джейран обманул ее, и теперь в нем Сароджи видит кобру. Чарли Чаплин, ты ли это? Гангарам раздает пощечины, тут заваливается Протап и царственно ставит ногу на обеденный стол. Эй, на нем вообще-то люди едят. Впрочем, он Гангарама за человека не считает. Протап обладает волшебным пенделем. Одним ударом он переносит гадину из его дома куда-то в лес. Гангарам наконец узнает в нем Протапа. Бежать некуда, потому что каратель везде, куда не посмотрит его обидчик. Мстители стреляют особенными пулями, от которых горит трава и задница Гангарама. Погибает же он, упав с высокой скалы. Второй жертвой становится Кунджапан, которому Протап продает землю. Доносчик уверен, что это месторождение слюды, в то время как участок этот всего лишь кладбище. Разоренный Кунджапан забавно прыгает и бежит просить помощи у Махараджи и падает ему в ноги. Прям как бабка из русской сказки с открывающимися окнами. Жили-были старик со старухой, и были у них две дочки, Настенька Старикова. Протап прячет клеветника от ментов в сарае, и когда Кунджапан узнает его, заставляет есть золотые монеты, используя его в качестве копилки. Умирает негодяй в прямом смысле слова от своей жадности. Королевскому прокурору Протап готовит еще более страшную смерть. Обманом заманив его в лес, он устраивает Бенарджи воздушный аттракцион с полетом над гнездом кукушки. Оператора уже колбасит от пафоса Протапа. Я Протап из Андаман. Граф Монте-Кристо дергает за веревки, и по очереди из ям выпрыгивают собаки. Что? То есть Протап закопал их в земле? И в землю закопал, и надпись написал. Может, у него есть еще дрессированные коты или драконы, тоже где-то закопанные. Собаки-зомби рвут на части Бенарджи, но добивает его Протап лично собственной рукой. Она у него острее кинжала. Джейрана Протап оставляет на десерт. Но жертва уже сам идет в атаку, узнав, что Махараджи никакой не Махараджи. Протап отправляет сообщение стрелой в буквальном смысле. Тогда еще не было WhatsApp и прочих мессенджеров. Несчастный, ты последний в моем списке. Джейран на Протапа бросает британскую армию. Наконец, граф Монте-Кристо становится Рэмбо. Здесь даже Сталлоне нервно курит в сторонке. Пью, прочешите джунгли. Чуть что стреляйте. Странный приказ. Чуть что стреляйте. Воу-воу, полегче. Это что, режиссер решил взять нас на понт? В пылу сражения Рэмбо взрывает машины, выстрелив из лука. В ответ пули попадают в колчан. Убегая, Протап легко уворачивается от порции свинца. Спасибо танцам, натренировал ноги и реакцию. На девушку нападает солдат и сразу начинает целоваться. Но он не знал, что она лучший повар в округе и с ножами на ты. Рэмбо повсюду расставил свои аттракционы, летает по джунглям. Имеется даже гараж, где он спрятал джип. Дурачки и солдаты тупо лезут ему под колеса. Следующим кадром мотоцикл. Циклист летит на Протапа и подрывается нахрен. То есть, если байк влетел в машину, обязательно должен произойти взрыв. Так работает логика у сценариста. Но то ли еще будет. Сароджи отправляет сына в самую гущу сражений с заданием передать Протапу письмо.
Помни меня. Пойду. Иди. Она вообще в своем уме послать малыша под пули. Солдатам удается поймать Рэмбо волшебными веревками, которые сами обвивают конечности лесного разбойника. Ноги и руки мотоциклисты прессуют колесами, и кони копытами делают из него отбивные. Пытки прерывает мальчик со своим письмом. Прочитав его, Джейран приходит в изумление. Вот уж не знал. Оказывается, у тебя есть сын. Это карты. Взяв в руки гранатомет, Джейран стреляет по своей жене. Она едва спасается от гибели. Рэмбо между тем ускользает из лап Джейрана. Какие же мазилы эти солдаты британской армии. Я-то думал, что ему руки и ноги отбили, а он как ни в чем не бывало, носится быстрее прежнего. Перед смертью Сароджи спасает Протапа, закрыв его телом от подлой пули Джейрана. Вот теперь он зол по-настоящему. На Джейрана надвигается сам апокалипсис. Конец света, Армагеддон. Не берут его даже пули. Перехватив орудие мести, Протап расстреливает всех подряд. Причем снаряды у него никогда не заканчиваются. Странно только то, что мотоцикл здесь летит вперед и вот уже взлетает вверх, сгорая от взрыва. Как-то нелогично получается. Ну ладно. В индийских фильмах свои законы физики. Джейран наконец попадается в руки Протапа. Он бы еще дуло ему в рот засунул. Вспомнив все свои обиды, палач начинает его избивать гранатометом. Монтаж фильма просто огонь. Смертельный удар в голову, и Джейран отправляется на небеса. Граф Монте-Кристо в исполнении Жана Маре куда изящнее отомстил Фернану, он даже не стал его убивать. Негодяй самовыпилился, не выдержав позора. Поставив ногу на свою добычу, Протап таким макаром простоял до заката солнца. Еще тело, наверное, тащил на другую локацию, чтобы фон покрасивший был. Эй, что стоите, а ну-ка сфотографируйте меня на память и напишите красивые титры. Граф Монте-Кристо. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте ударить на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о свежих выпусках на канале. Оставляйте свои комментарии, мне нужны также ваши лайки. Всем добра!